Проживем 100 лет. История Айка. Айк был соседом одного моего американского знакомого. Айку было 99 лет. Он был худенький, невысокий, чистенький мужчина приятной наружности. Несколько раз мы приглашали Айка на обеды. Я готовила свои всякие салатики, и мы обсуждали жизнь. Айк меня очень любил. Он плохо понимал мой акцент, да и слышал, наверное, не очень хорошо, хоть я и старалась по учительской привычке говорить громко и четко. Мой приятель сразу быстро переводил, в кавычках, мою фразу, и общение шло нормально. Как-то раз разговор вышел на дни рождения. Оказалось, что нам с Айком день рождения в одном месяце. Его на 3 или 4 дня позже. Я сразу радостно воскликнула. «Как интересно, будем отмечать вместе?» Айк не разделил моей буйной радости, и я поняла, почему, когда позже подумала об этом. Когда тебе 99, ты не планируешь на полгода вперед и не загадываешь сильно на будущее. Ты не мечтаешь поехать в следующем году сюда, а через 2 года туда. Ты живешь сегодня, радуешься всему и втайне надеешься завтра увидеть такой же день. Втайне или не втайне, но, наверное, это происходит примерно так. Я много раз спрашивала Айка о его ежедневной рутине, обо всем. С приятелем мы беспрекословно прислушивались ко всем словам и советам Айка. Делая многозначительные мины, мы говорили: «Он знает, он сумел прожить 99 лет». А потом улыбались, сами не зная чему, то ли удивляясь, то ли восхищаясь, то ли думая о тех долгих летах, которые нас самих отделяют от этого возраста. От возраста, в котором мы, возможно, и не окажемся. Много факторов должно совпасть благоприятным образом, чтобы человек дожил до такого возраста, да еще и был полностью функционален, как Айк. Айк ходил, водил машину, ездил пару раз в неделю в большое кафе на ланче, где его все знали. Ездил в клуб своего жилого комплекса, где читал газеты и общался с соседями. Когда я пыталась поддержать его, предлагая руку, проводя в комнату, он говорил: «Спасибо, я сам могу хорошо ходить». Пришла осень, и с нею большое празднование столетия Айка. Его дочь, медсестра лет 60, выступала со сцены и часто плакала, делясь всякими воспоминаниями об отце. Я подумала, что она выплакала все свои слезы в тот день. Я была права. 2 сына Айка, которых он всегда с любовью вспоминал, не присутствовали ни на празднике и ни разу не виделись с отцом в течение того последнего года, что я знала Айка. И вот я переехала из Калифорнии в Аризону, перепланировав свое житье-бытье, и через несколько месяцев пришла весть. Айк упал, ему стало трудно передвигаться без посторонней помощи. Дочь поместила его в медицинское специальное заведение. Оно оказалось не очень хорошее. Его перевели в другое. Это было красивое здание, вернее комплекс, как гостиница. Я взяла с собой цветок, который состоит из толстых зеленых мясистых листьев, сложенных в форме розы. Вот такой отросток, большую зеленую розу я оторвала от материнского растения и бережно везла в баночки, чтобы поставить его в воду у Айка в комнате. Я думала, что Айк будет добавлять воду и следить, как вырастают корни на стебле, чтобы розу можно было потом посадить. Я думала, что эта забота и наблюдение за растением как-то скрасят хоть несколько минут в дне Айка. Нашли Айка в столовой. Вызвали сестру-помощницу, чтобы доставить его в комнату. Сам он уже не ходил. Я старалась представить себе, хотя, вероятно, такого представить невозможно, если ты этого не пережил, что думает теперь о своей жизни Айк. Вчера он был в своем доме, хозяин. Водил машину, везде ездил. Сам ездил в супермаркет за продуктами, со всеми общался. Он жил полной жизнью. Пусть она не так полна, как жизнь 40-летнего человека, но все же ты живешь, как нормальный человек, делая все каждодневные дела. И тут вдруг у тебя отняли дом, машину, все, чем ты вчера жил, и поместили в заведение, полное чужаков. Может, они и хорошие люди, но ты их не знаешь, а тебе 100 лет. Да тут от одного стресса ноги перестанут ходить, независимо от повреждения в ноге. Я думаю, что такой стресс не под силу пережить человеку в таком возрасте. Мне кажется, что если бы Айку наняли приходящую помощь в его доме, он бы мог прожить дольше. А он прожил всего несколько месяцев в шикарной «гостинице» в кавычках с обслуживанием. Дайте мне часть моей бывшей свободы и простое убранство моей комнаты, а не шикарные апартаменты, где я никого не знаю и где мне каждый день будут давать какие-то неведомые лекарства. В скобках, чтобы от меня поскорее избавиться. Конечно,
Айк прожил долгую жизнь. Не всем удается дожить до 100. Но все-таки у меня есть вот это сомнение, что мог бы он прожить дольше, если бы его дочь наняла приходящую доверенную помощницу. Я думаю, его дочь устала за годы присматривания за отцом. Хоть они и жили отдельно, но все-таки она всегда о нем беспокоилась и посещала. Мне кажется, она выплакала все свои слезы на 100-летнем юбилее. И когда Айк упал, сделала так, как было ей удобнее, а не ему лучше. Конечно, мы не имеем права никого осуждать. Это тяжелая тема для всех людей, у которых родители дожили до преклонного возраста. Эта тема очень тяжелая вообще. Это центральная тема. Тема жизни и смерти человека. Нет, ребята, я решила, что пока ты в полном уме и памяти, делай так, чтобы окружить себя многими хорошими друзьями. Я заметила, что родственники часто не только не оказываются помощью, а даже совсем наоборот. А вот верные друзья пройдут с тобой всю жизнь. Хороших друзей оповести обо всех своих желаниях, чтобы в случае чего все было сделано по-твоему, и чтобы последние месяцы, недели и дни не были бы кризисными и мучительными. Они все равно будут кризисными, но как-то все-таки можно сделать их помягче, в соответствии с твоими желаниями. Прощай, Айк. Спасибо за уроки, что ты преподал своим появлением в моей жизни. Уроки мудрости. Машина Айка. Айк купил новую машину в 1995 году, когда ему было 80 лет. Представляете, вам 80 лет, вы покупаете новую машину и понятия не имеете, сколько лет вы ее проводите, то есть проживете. Занятно, не правда ли? Вот Айк прожил еще 20,5 лет. Машина его пережила, и дом его кто-то сразу купил. Никогда не держитесь за вещи, люди. Помните, они вас переживут. А вот любите и лелейте своих хороших друзей. Вы друг другу будете помогать в течение жизни. Помощь хороших друзей бескорыстна. Это чистая человеческая любовь, не окрашенная ни высокими эмоциями любви, ни странными фамильными отношениями. Любовь человека к человеку в чистом виде. Это хорошие друзья, что помогают тебе в трудную минуту и которым ты также поможешь в годину нужды. Октябрь 2016 года. Зоя Елисеева.